Всем привет. Всем привет, ребят. Принес тыкву, как и обещал Ванюшке, что принесу тыкву, но у нас гарбузов нету. Вот нужен для, чтобы вырезать чудище, нужен гарбуз. А у нас его нету. Есть вот такая кашник, тыква, я не знаю, как ее правильно назвать. Это, в общем, тыква, в которой половина плотная мякоть, а внутренности только вот здесь. Поэтому наше чудище будет с глазками вот здесь снизу, носом и ротом. Так как свечку будем вставлять туда, выгребать. Вот этот весь объем мы не будем. Ну, очень даже похоже тыковка на привидение. И Ванюшка сказал, что он хочет, чтобы мы это засняли. Ну, мы хотели ее взвесить на вот этих кухонных весах, которые берут 5 килограмм вес. Но тыква точно побольше. Так что мы сейчас ее взвесим на весах, на которых мы взвешиваемся сами. Вот на таких больших. Ну, они берут меня, а я за 100 килограмм, так что с тыковкой они справятся на ура. Ну и сейчас будем размечать. Это какой-то прям прибольшой вес. Смотрите, она весит 15 килограмм 100 грамм. Просто гигантская. Но это все из-за того, что вот здесь, вот столько нет пустоты. Она вся полная. Ну, Ванюшка сейчас все разметит. Давай, рисуй, как ты хочешь, чтобы я вырезал. Только понимай, что вот здесь ничего мы не сможем вырезать. Только вот здесь. Рисуй. Я не знаю. Ну, рисуй какие-нибудь глаза страшненькие. Носик. Я покажу на телефон. Носик и ротик. А ну, что у тебя получится? Давай. А ну, что у тебя получится, Ваня? Вот, покажи. Прикольно. Ну, вот это тоже на самом деле. Это кто? Я не знаю. Ну, в общем, это тоже кашник. Ира, привет. Только это круглое. Иринка, привет. Вот. Ну, давай, Ванюшка, да. Ира. Я понял. Это Маринина сотрудница. А, вот тебе и маркер ничего не рисует. Мне кажется. А ну, ножичком. Держи. Вот так. Да. Давай. Типа, чтобы одинаково был, да? Вот так. А, их ты как-то чуть-чуть вверх, да, вот сюда вот так рисовал? Вот так. Нормально? Да. А нос какой, Вань, будет форма? Да, трикутник. Трикутник вот здесь, да? Да. Это что, глаза? Это глаза такие, да. А что так низко? Потому что вот здесь мякоть, и там не будет пустоты. Вот. Ну, а ниже нужен рот, да? Вот, сделаем вот так. А рот как он будет выглядеть? Ой, ты смотри, я давай сейчас вот здесь наведу, потому что... Оно сотрется. Да, тыква помыта, и она сейчас сотрется. Примерно одинаково, да? Как-то пониже. Ну, будем сейчас вырезать и сделаем ровненький. Рисуй рот. Как будет выглядеть рот? Ну, хотя бы принеси листочек и покажи, как это будет выглядеть на листочке, Ваня. Я вырежу, чтобы было так, как именно тебе хочется. А ну, рисуй, как будет выглядеть рот. Не знаю. Да рисуй же на весь листок, не стесняйся. Ты какого-то добряка рисуешь. Вот. Улыбку. Давай верхнюю часть рисуй. Не знаю. Вот так, смотри. Раз вот здесь вот такой носик у нас, то давай сделаем вот так зубы. Вот. Прямо отсюда будут идти вот так. Зубы. Вот так. Тут будут два клыка. А здесь тоже такие небольшие, несколько зубов. Смотри, как будет страшно прям. Мне кажется, как... Внизу надо сделать. А зачем внизу? Нет, это ж верхняя. Типа снизу вот здесь сделать. А там нельзя сразу нарисовать? Можно, но хотя бы вот примерно, чтобы знать. А ну давай я займусь. Ну, а? Глаза. Не глаза, а рот. В общем, получается, что нам нужно зубы делать вот так отсюда, да? Вот так. Вот так. Во. Вот так. Это будут два это, а вот это будут два клыка. Это же страшная штучка. Во. Мне кажется, будет очень красиво, да? Угу. Во. А здесь? Маленький.
маленькие такие зубки. Ну, это большие. Резцы. Во. Мне кажется, будет красиво, да? Угу. Лоб. И еще один такой тоже. Во. А здесь нужно тоже два зуба. Нужны два зуба или нет? Снизу нужны зубы, Марин? Это сделать. Я думаю, нужны, да? Угу. То есть вот это будет у нас вот так очень красиво. Только как мы это все сейчас вырежем? Я понятия не имею. А вот здесь можно вот так клык тоже сделать. Такой. О! Какой. Сейчас мы все вырежем, Анюш. Во! Такие клыки. Ну и все, а здесь вот так. Вот такой будет стрёмненький ротик, да? С улыбочкой, он же страшный добряк. Вот так. Во! Мне кажется, будет очень красиво, да? Ну все, а теперь, ребятки, сейчас вы это все увидите. Я думаю, вам понравится. В общем, ребят, с таким трудом вырезал толстостенный, толстокожий, вообще такая тыква твердая. Я не думал, что будет так тяжело. У меня устала прям рука. Сейчас вот вырезаем все вот эти внутренности, а потом выключим. Сейчас поставим внутрь свечку и выключим свет. А? Вырезать тоже? Да. Да? А мне кажется, это как паутина. Ага, это очень страшно. Почему нет? Почему нет? Прикольно. Ну, бери, выгребай. Давай, все, кулечек. Семян сколько? Это все будет по делу использоваться. А ну, давай, держи кулечек, Вань. Во. Сколько семян? С того было 20. Тут с того 20 семечек, да, с того, что отдал свинкам. А с этого очень много. Открыл, вот отрезал так, видите, наискосок, чтобы голова стала аккуратно. Вот так, если покрутить, то оно сойдется. Во, и не видно, она никуда не упадет. Вообще красота. Вот так. Выгребай, Ванюш. Выгребай. Давай, выгребай. Может дать ложку? Ложку, да. Мне кажется, ложка будет удобно, да? Да. На, попробуй. Давай, выгребай, выгребай, молодец. Тяжело? Нет. Ручкой возьми. Что-то оно не получается? Нет. Тяжело? Слабенько. А ну давай я попробую. Да ножиком вырезать. Да? Зачем оно вообще? Мне кажется, оно не мешает. Оно я как паутина, думаю. Смотри. Да как с это, наоборот. Не видно будет. Наоборот, да. А капля. Самое главное, это мордашка получилась очень красивая. И мне кажется, вот эти водоросли от семян будут выглядеть очень устрашающе. Единственное, что нужно сделать, это сделать небольшое отверстие ножом для свечки. У нас вот такой агарок свечи. Мы ее использовали, когда у нас выключали свет. И сейчас сделаю так, чтобы она там стояла ровненько, чтобы вдруг не упала. Да, Ванюш? Угу. Правильно? Тыкву не продырял. Да и не продырял. Как-то надо
выколол вот это все. Во. Штопором. Штопором, да. Нужно вот так. А ну. Во. Прям отлично. Классно получилось, да, Ванюш? Так, а где взять? Зажигалка. Есть? Да, вот. Есть зажигалка. Я сейчас... А ну. И на место. А, рука сейчас сгорит. Сейчас рука у меня сгорит, да. Вот так. А ну, устанавливай. Тяжелая? Уже подержи, помоги. Не, давай. Ой, тыква весит 15 килограмм. Давай. Не, держи. Не, давай сам. А ну, Ванюш, ты сильный. Давай, давай. А теперь крути, чтобы сошлось. Все. Ну, как-то нужно дополнить нашу картину. Волос на парик. Чем-нибудь красивым. Нет парика? Давай, а, ну, давай, Ванюш. А? А давай попробуем вот так. Это Ванина шапка. Мне кажется, выглядит очень хорошо. Как-то мордаха смотрит вниз. Ой, потом. Свеча упала. Ага. Тыква горит. Тыква горит. Надо не шевелить. Просто сделать. Да, можно засыпать уцин. Чем? Уцин. Не, не надо. Вот я ровненько. Просто не нужно шевелить. Сам. По строечку. Не, сейчас вот так немножко ножом подопру, чтобы было. Стол надо вытереть. Немножко там повыше. А ну. Во. Давай, нагибайся, встань ровненько, а я выключу свет. Ой, какая красота. Ой, классно, мне кажется, очень красиво. Получился рот, прям такие клыки, да? Очень красиво. Немножко глаз неровный, будем подравнивать? Я думаю, не стоит. Он немножко прижмурился, да? Вообще красиво получилось. Но я думаю... Пусть так и остается. Ну все, Марин, включай свет. Угу. Все, ребят. Вот такая у нас хэллоуинская тыква получилась. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока.